по всей огромной России стоят памятники. Обелиски солдатам Великой войны. Горит вечный огонь. И 9 мая люди приходят к памятным местам, чтобы возложить цветы. Сказать, что они помнят все. И отмечают этот день спустя уже не один десяток лет. И пока последующее поколение помнит и отмечает этот день, Великая Победа будет оставаться в человеческих сердцах той самой победой весны 1945-го, наполненной и радостью, и болью, и счастьем, и скорбью одновременно.